Ну, Акела, это второй томат на подобие Супернове, он немножко позже, и мы его рекомендуем на осень. Почему на осень? Он классно закрывается. То есть мы даже рекомендуем по густоте его давать на 2-3 тысячи на гектар меньше, чем ту же самую Супернову. Почему? Потому что ну, реально куст у него мощный. Поэтому 20 тысяч – это потолок. Это очень продуктивный томат. И то, что еще заметил я по своим приемам, то когда его будем сорвать, он очень быстро доходит в красный. Ну, есть такие, допустим, клиенты спрашивают. Ну, на осень это актуально. Да, осенний томат. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.